Добрый день! В прошлый раз мы изучали префабы, и в конце урока было сказано, что Instance – это их продвинутая версия. И сегодня мы с ней познакомимся, попутно сравнивая Instance с префабами. Instance по-русски значит «экземпляр». Как и префаб, является картой шаблонов для вставки на уровень. Но в отличие от него, имеет целостную структуру и редактируется только исходник, копии которого автоматически будут изменены на всех картах. От теории к практике – типичный пример экземпляра – дверь. Чтобы ее открыть, как мы хотим, нам достаточно дать имя экземпляру. Через Outputs выбрать его и лишь указать нужное действие. В нашем случае медленное открытие. А теперь попробуем сделать то же самое с префабом. Открываем Outputs и ищем нужный триггер с нужной анимацией. На первый взгляд может показаться, что особой разницы нет, но давайте представим, что таких дверей на карте 5 штук. Вы видите это огромное число триггеров? Так поди и запутаться можно. А если использовать 5 инстансов, то в Outputs мы видим всего лишь 5 разных имен. Выбрав одно, легко находим нужное действие. Лично для меня это самый сильный аргумент в пользу экземпляров, но не единственный. Экземпляр, он же инстанс, очень легко поворачивать, а также можно и вовсе скрыть, когда он не нужен. Но это цветочки. Еще одной приятной штукой является редактирование переменных. Допустим, мы хотим изменить скин модели. В Instance нам нужно просто вставить желаемый номер в выбранной графе. А вот в префабе не все так просто. Нам придется сначала его разгруппировать, найти модель, указать в ней скин и заново группировать. Вот так. Но в защиту префабов мы приведем один или даже два аргумента. Первый. При дублировании префабов, используя ampersand i, мы получаем каждый раз разные имена. А вот в экземплярах нам придется каждый раз править имя объекта. И последнее. Копию префаба можно разгруппировать и редактировать как угодно. Изменения не отразятся на других копиях. А вот в экземплярах редактируется только исходник, изменения в котором отражаются на всех его копиях во всех картах. Так что у каждой монеты всегда есть две стороны. Спасибо за ваше внимание. В следующем ролике мы начнем изучать семейство Instance Entity.